Друзья мои, всем большой привет! Время 8 часов, 30 октября, на улице зима. Снег идет. Смотрите, сколько на градуснике. Так, сколько как приблизим. Минус 6. Пойду сейчас кормить своих животных. И заодно посмотрю, какая температура в курятнике. Муж с утра выгул, открыл, очумел. Наверное, там уже охладилось. Пойдемте посмотрим. Холодно. Домах, холодно. Покажись, какая ты стала. Давно тебя не видели. Вот Масянька, сейчас я тебя напою тепленьким молочком. Все равно немножко ей даю. Так, сейчас посмотрим. Ой, господи, сколько градусов. Около окна 5,8. Ну, здесь теплее. Так, вон мои куры. Я им оставляю открытым дверь, чтобы от них тепло. У них теплая подстилка. Козе шло. Так, закрываю. Уйдите, ждете маму. Ух, мои зайки. Ой, мои зайки-то. Зайки-то мои все. Водички у вас нет, сейчас тепленькую принесу. Так, двигайтесь, двигайтесь. Ой, холодно. Спаги на улице у меня стояли, снег в них намело. Так, а в курятнике плюс 10. И он, видите, открыт выгул. Надо, наверное, закрыть, чтобы потеплее было. Так что смотрите, подстилка работает. Несмотря на то, что открыт выгул, здесь разница какая в температуру. 16 градусов, да, 10 и минус 6. Так что, друзья мои, кто собирается строить курятник и делать деревянный пол, наверное, не делайте это. Я очень пожалела, что там сделала. Видите, от подстилки какое тепло идет. Ну что, займусь я делами. Дети мои многочисленные меня ждут. Хотят кушать. Да, мои ребята. Ну, начинаю делами заниматься. Вот, кушает мое куриное царство. Тепленькой воды им принесла. Картошка, пшеница, запаренная пшеница. На улицу выходить взрослые куры не хотят. Подходят вот к дырочке, назад выходят. А молодежь долматинцы. Я говорю, отмороженные куры. Вот. Один только здесь сидит. А остальные на улице. Как бы уж не простыли. Ну, наверное, птица сама знает, когда ей гулять, когда нет. Не буду же, наверное, их загонять, сажать сюда. Вот. Мужа с 5 ноября в отпуск отпустили на 10 дней. Надеюсь, вместе с ним мы соорудим им домики. Потому что-то у меня так руки не дошли, сил совсем нет после болезни. Потому что тут, мне кажется, тесновато уже им. По породам рассажу. Пусть семьи свои формируют. Капустки сейчас им еще брошу. Вот этой моей, в виде розочек. Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Кушайте, кушайте. Травки тоже нет. Цыпа. Все, зима пришла. С одной стороны, хорошо, хоть грязь нет. Я замучилась на кухне помыть. Кошки-то у меня 16 лапок. Нагваздуются, ноги все намажут. И приходит мне по чистому белому полу. У меня швабра прям дежурный мой инструмент. Скоро, наверное, износится преждевременно. Намываю 100 раз. Ой, ну ладно, найдут. Сейчас еще долматинцев на улице покажу вам. Ой, кто бежит? Идите домой, идите. Вы что тут ходите, мерзнете? Смотрите, молодочка вот долматинец. Вчера капусту срубила, остатки. Блин, она замерзла. Етит, твою мать. Сложила ее в тачку, накрыла покрывалом. Думаю, муж вечером завезет. И забыла. Блин, вся капуста заморозилась. Как это было там? 5 вилков. И те замерзли. Вот, смотрите, господа гуляют. Господа гуляют. Господа, идите домой, там тепло. А ты что? Ты же девочка. Ты же девочка. Тебе нужно в тепле жить. Цыпа, тебе яички скоро нести, ты замерзнешь. Вот что они? Чего вот они ходят? Смотрите, их на припорошенной земле больно-то не видно, долматинцы, да? Такая маскировка. Камуфляж.